Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impalt, а мы возвращаемся в Jurassic World Evolution. А как вы видите, у меня осталось новогоднее настроение, у меня вот шапочка, потом гирлянда сзади висит. Ну то есть, да, я буду пока в таком обличье, но, наверное, по крайней мере, вот в этот ролик я еще буду в таком обличье. А что хочу сказать, в Jurassic World было очень много обновлений и... очень много всего интересного сюда добавили, и сегодня мы, разумеется, посмотрим, насколько сменилась игра, ну, поменялась за столько месяцев. А настройки я уже настроил, тут это экран на Full HD, потом графика у нас высокая стоит. Сейчас посмотрим, а что же у нас в компании тут сейчас нам дадут. Ну и, соответственно, я сейчас тоже слегка, наверное, охренею, как изменилась игра. Наверное, она жестко изменилась. Игра дорогая, вот там испытания, песочница, да, но все это стоит же денег. Ну там вот, например, песочница доктора Ву. Вы понимаете, дополнение стоит на эту игру по 600-700 рублей, ну это ж дико. Игра эта и так стоила 2000, а тут еще дополнения такие дорогие. Проще, друзья, в арк играть, если честно. Ну так вот, смотрим, что же у меня тут сейчас будет. А у меня тут... предупреждение о благосостоянии динозавра. Обновление требований к среде обитания. Болото. Спинозавредом помимо пастбища и лесов теперь также требуется болото. Убедитесь, что ваши загоны соответствуют их потребностям. Кормушки с рыбой. Эти динозавры теперь также предпочитают кормушки с рыбой. Кормушку для плотоядных, но по-прежнему могут есть из кормушек обоих видов. А больные динозавры. Барионик, Зухамим, Спинозавр, Спинораптор. Требуется дополнение секрета доктора Ву. Туалеты. Новая потребность гостей издания для нее. Удовлетворенность гостей. Количество туалетов теперь влияет на рейтинг инфраструктуры. Размещать туалеты возле зданий для гостей, чтобы удовлетворить эту потребность. Зона обеспечения. Назначайте сотрудников, чтобы туалет могло посетить больше гостей. Чем больше персонала, тем выше расходы на эксплуатацию. Интересно. Так, объясните... так, вот так вот я перемещаюсь, да? Вот так я могу приблизиться. А как мне повернуть? А вот так что ли или как? А, двумя кнопками мыши теперь я смотрю на них со всех сторон, на этих красавцев. Как-то так. А, так, это ладно. Окей. Комнатное управление мне нужно. Так, расходы минус 91. Так, кто помер? Стоять. Карта. Смотрим карту сейчас внимательно, что у нас по карте происходит. А чё вы помираете-то, дураки, что ли? Так, по-моему, если мне память не изменяет, вертолет на Т. Так, добавить задачу. И еще одного. А, стой, тихо. Как задачу отменить?
Добавить задачу. Слушайте, птичий гриб, а чем мне, извините, пожалуйста... Чем мне его лечить? Можете мне, пожалуйста, типа, как это делать? Так, вертолет оса, добавить задачу. Я могу обезвредить. А, лечить это машиной, точно. Задание получено. Вот, и ячейки там. Вон, да, мясо пополнить надо срочно людям. Принимаю запрос на пополнение кормушки. Так, это ладно. Все ясно. Тут у нас кто живет? Барионикса? У нас тут два барионикса. Альфа. Барионикс и еще один. Интересно. Интересно, интересно. Так, ладно, это окей. Это окей. Посмотрим, что у нас еще по карте. Тут я по карте начал полной дичью страдать, пацаны. У меня тут тиранозавр Рекс, который бросается на ограждение. И он у меня живет с травоядными динозаврами. А зачем я такое сделал? Так, ладно, служба перевозок, это убираю, это убираю. Типа, конечно, с тиранозавром Рексом так это плохая затея была. У меня примерно на сколько пространство-то рассчитано? Типа, знаете, можно вот тут вот так вот это дело оградить. И будет все чики-пуки. У меня типа местность не такая уж и большая, понимаете, да? А у вас тут что? Вы что? Рофлите, что ли? Так, это мы сделали. Нас сейчас тут вообще из-за туалетов еще накажут. Так, ограждение. Ни хрена тут зоны. Так, какие ограждения я поставил, да? Я думаю, то, что нам надо... Какое ограждение сломано? Бляха-муха. Так. Дебилы, вы чё так поздно починили? Я же сказал то, что... Всё ясно. Побыстрее это сделать надо. Что за пипец вообще творится? Вы мне покой-то дадите. А тут, блин, еще... Вы-то что все болеете да болеете? Болеет да болеет, прикинь? Это вон только приехал тоже. А чего такие долгие-то, а? Толчка, что ли, нет? Поэтому толчок я сделаю, люди. Вы мне это, вертолет оса, пожалуйста, добавь мне задачу, надо обезвредить Рекса. Обезвредить Рекса надо. А потом Рекса мы закинем туда. И там у нас будет Рекс. Вот так мы сделаем. А это будет здоровая поляна для травоядных.
Там, кстати, мы, наверное, тоже травоядных ограничим. Или не ограничим. Хрен знает, чем мы там вообще сейчас намутим. Но переделать недолго. Короче, сейчас у нас вот этот спид, служба перевозок. Его сюда перемещаем. Окей, я уже вспоминаю, как играть. Тут у нас анкилозавр, трицератопс. Ой, я научился ракурс менять. Тут у нас надо... Нормально. Вертолет оса добавит задачу обезвредить и обезвредить. А посмотреть на карту опять. У нас где-то вспышка болезни одна. Кто болеет? Ой, блях ты муха, а чё ж ты болеешь, дебил? Так, еще команду рейнджеров. Мне надо починить ограждение. Это кто вообще болеет? Пец, я тут дичь устроил. Нахрена я столько диночей и хищных, и травоядных в одно место загнал? Зачем? Ой, господи, что я натворил-то? Короче, это ладно. Это ладно, что нам там надо? У нас есть природные объекты. Ни хрена себе. Вот это прикол. Так. А что ж у вас... Вы чё, дураки, что ли, так заболевать? Мне... Вы мне покой-то дадите? Добавляю в список. Пипец какой-то, знаете, за пар не играть, чем в арк, ей-богу. Никакого покоя. Запрос принят. Задрали уже, вылечите их всех, да и все, к стороне. Так, карта. Нет, не карта, это... Гости. Зал игровых автоматов. А толчок. Как я толчок-то людям сделаю, можете мне объяснить? М? Как сделать? Как я вот сделаю людям толчок? Режим, отбор, инфраструктура. Нет, гости. Убежище, станция... А где я толчок-то намучу? Писец, люди, это такой писец, а? Это что такое? Как их лечить? Назначаю дополнительное задание. Не, друзья, это пипец какой-то. Это просто пипец. Как... Что с этим делать-то?
Они, эти сволочи, оказывается, теперь еще по машине дамажат. Мало мне проблем с заражением и еще прочей фигней, так они еще и по машине дамажат. Они угорают или как? Вот этого мне, пожалуйста, еще вертолета. Кого там еще успеть надо, да? Угоды. Фиц какой-то. Ой, бля, они все больные. Че за день? Может подождать, когда они все помрут тогда? Я вот что-то подумал. Не, ладно, ладно, все. Я пошутил. Я пошутил. Надо как-то попытаться что-то сделать. У меня бюджет в 26 миллионов. А что мне с толчком-то делать? Можете объяснить? Так, Рекс спит и помирает. Сейчас. Ландшафт. Это мы убираем. Так, это мы убрали. И сюда мы сейчас мутим эту еду. Козлов ему. Рексу надо козлов. Так, этого мы берем. Да, блять. Сколько можно-то, ёбаные вы, ебанутые, нахуй. Кого там с... Бляха, ой, бляха. Пипец, игра, конечно, жесткая стала. Не, ребята, это пипец какой-то. Ёбаный рот, бариониксы! Вы чё, смерть моей хотите? Подтверждаю задание. Бригада берется за запрос на ремонт. Блять, люди, нахуй, бегите. Блять, люди, бегите нахуй. Это пиздец, люди, это пиздец. Идет транспортировка актива. Пиздец, люди. Запрос принят. Так, что там с Рексом? С Рексом все нормально. Рекс. А разработчики правду сказали, то что нам. Принимаю запрос на сбор актива. Не будет времени на отдых. Они правду сказали, они игру так обновили, то что это не игра, а жопа какая-то. Я вот сколько играю? Ну-ка. Я играю 18 минут. За эти 18 минут я охренел от жизни. Принято. Доставка выполнена. Это пиздец, люди. Ладно, убежище я открыл. Этим дебилам клетку почините, пожалуйста. Вот чё ты носишься? Вот чё ты творишь? Может, успокоишься? Тебе ж комфортно было. Или тебя смутило то, что тебя рыбой не кормят? Дурачок. А, дурачок? Чё, успокоился, да, лег? У кого там мало здоровья, вы меня за... Альфа-трайки. Все люди в убежищах. Так, барики, надо бариков. А бариков мы обратно бросаем. Клетку починили? Починили. Это пипец какой-то, люди. Это такой пипец. Я боюсь зайти на свой первый остров. Боюсь представить, что там вообще происходит. А чё так сложно? А есть какой-нибудь этот уровень сложности? Я не знаю.
люди, это такой пипец. Это просто трэш, люди. Это просто трэш. Я, конечно, с радостью эту игру позаписываю, но это трэш, люди. Все рабочие заняты. Болезнь распространяется, как это. Знаете, я очередной раз понял то, что оказывается лучше ехать лечить самому. Так, Рекс, у тебя как состояние? Расскажи свое состояние. А, еда... Ну, еда сейчас будет, я тебе козлов поместил, чё ты? Ты не переживай особо. А, вода есть, пастбище, заебись... Болото, популяция, общительность. Да, общаться тебе вообще нельзя, ты злой, скотина. Так, насчет этих, вам что надо? Тебе болото не надо. А вам болото надо? Вам тоже болото не надо. Зачем вам болото, да? А, кстати, как дерево там выглядит? Нормально? А чё мне с машиной-то делать, может, расскажете? Не, ну игра очень жесткая стала, я не могу. Какие тут нахрен бои динозавров устраивать? Это такой пипец, люди, это просто пипец. Я, конечно, сделаю потом фоточку с NVIDIA... GeForce Experience на превьюшку, но это жопа, люди. У меня пока все люди в убежище, в пене это все дело. На суд Цератопс? Давай изучим тебя, хули нет. Окаменелости нет. Карты экспедиций. Эти еще чем-то недовольны. А какие вам нахрен виды? Когда тут такая жопа происходит? М? Видов им каких-то тащи. А кого я, кстати, вывести вообще могу? Что тут у нас вообще есть? У нас есть травоядные и хищные есть. Окей. Бляха ты муха. Кто там опять угрожает? А? Вот этого дебила вылечите. А то он сейчас второго заразит. Подтверждено. Добавляю в список. Так, кто там? Так, а вы хрен ли одного не вылечили? Добавляю задание. Вот понимаете, вот еле-еле все возвращают на свои места. А кто агрится-то? Дурачки. Быстрее действуйте, пожалуйста. Вот тут я почти справился с птичьим гриппом. Окей, а кто дерется-то? Какой тут нахрен Индоминус Рекс? Тут и без него проблем навалом. А ты чё?
На ремонте, да? Какие вы мне тут окаменелости дали продать? Бляха ты муха. У нас все замечательно. Опять очередное ограждение сломали. Вы заебали ломать ограждение. Я тебя сейчас продам. А эти дебилы хрены тут бегают. Я сказал всем людям. Всем чисто сказал. По-русски. Нехрен выходить. Я сказал всем убежище. У меня сколько убежищ стоит? Стояли же убежище. Я могу еще одну поставить. Придурки. Вон Рекс вообще молодец, красавчик Рекс. Он и то не паникует. Эти, бляха, то птичий гриб, то еще у них что-то. Заколебали. Ветеринарное ружье нахрен. Пошел геймплей. Принимаю управление обратно. Все? Все, никто не болеет. А вы че тут? Второй бегает. Это вообще дебил какой-то. Я понял одно, надо бариков по одному. Пора бариков делать по одному. Это раз. Во-вторых, кто там вот? Не, друзья, ну это жопа. И вопрос, можно, пожалуйста, что за толчки я должен предоставить людям? И вообще там по загонам, по всей фигне. Станция Геросферы, ё-май. Так, станция Геросферы, инфраструктура. Так, загоны. Птичников пока никаких тут не вижу. Говорили то, что птичники давали. И где мои птичники? Кого я тут найти могу? Где мои эти? Летающие динозавры. Или их нету? Или вы на них забили? Офигеть, я, кажется, все проблемы решил. Так, значит, одного барика мы продаем. Необходимо забрать актив. Другого барика мы помещаем обратно. И пусть... Не выпендривается, это уже понятно. Или барику. Барику, наверное, не нравится есть козлов. Надо будет кормушки поменять. Это ладно. Давай прям сейчас этим займемся. Я предлагаю, значит, смотри, мы берем. Это уничтожаем ему. Потом заходим в загоны, в еду. И выбираем ему это. Рыбу. О. Ни хрена себе, в натуре что-то плавает, смотри. Прикольно. Прикольно разработчики сделали. Классненько. Мне нравится. А еще я вроде все проблемы решил. Авось можно выпускать людей. Ну,
Знаете, есть такие подозрения, то что ни хрена этого делать сейчас нельзя. У меня вот эти вот хищные живут, никого вроде не дразнят. А, так. Мы там паразуалов лишились, вроде надо его вывести. Это мы сделаем. Вот прикинь, наконец-то все проблемы исчезли. А, смотри, теперь за излечение надо еще деньги платить. Ну, придумали. Ладно, с этим мы все наладили. Это мы сейчас тут открываем убежище. Выходите, люди. Пока вроде все в порядке. Главное не сглазить. Так, Барик, ты как? Что у тебя? Почему у тебя ко... А, болото. Сейчас, братан, я понял, что Барику не нравятся загоны. А, нет, не загоны, ландшафт это. Барику надо. Ты чё? Так, успокойте Барика быстро. Я понял, что Барику. Где я ему болото-то намочу? Успокойте Барика. Дайте в загонах полазить или в ландшафте, хреново не знаю. Лес, утёс, заросли, удалить побережье, пастбище. Покойте у этого дебила, он сейчас ограждение снимает. Природные объекты. Природный объект. Это у нас всякая фигня. Камни, не камни, вон какие-то. Чё только не добавили, охренеть. Но это мы потом. Барику надо болото. А научите меня добавлять болото. Ни хрена себе, что могу. Так, а Барику надо болото. Вот чё они агрились. Я понял, чё они агрились. Я это все понял. Ладно. А объясните, пожалуйста, где ему я добавлю болото? Ландшафт. Побережье. Пастбище. Утёс. Лес. Вода. Природные объекты, не то, не то загоны.
А как я ему болот-то добавлю? Или это я тут такой? Пацаны, я не в курсах, как болото делать, если чё. Вот, смотрим еще раз. Утес. Какие-то заросли. Короче, ладно, друзья. Разберусь. Возможно, к следующей серии, пока посижу, подумаю, сколько мы... Вот нормально у нас сеанс такой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, разберусь, как сделать болото в Jurassic World Evolution. Посмотрю, как это делать. Потому что я пока вообще не вдупляю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Всем удачи и всем пока.